Всем привет, спасибо, что открыли это видео. Сегодня мы с вами поговорим о пустых баночках. В большинстве своем будут бюджетные пустые баночки. И я обычно, когда показываю пустые баночки, у меня там очень много маминых. Поэтому я решила, что пусть про свои сегодня она расскажет сама. У меня, конечно, тут по сравнению с мамой намного больше. Я пыталась сейчас закончить перед отъездом намного больше косметики, поэтому давайте сразу начнем. Я, конечно же, буду первая, естественно. Так, в первую очередь вытянулся у меня вот этот вот крем от Беренды. Кстати, им тоже пользовалась мама, потом отдала мне. Я, кстати, им с удовольствием пользовалась, очень хороший кремик. У него очень приятная текстура, он хорошо так кожу и увлажнял, и питал, но не перегружал, хорошо разносился, я его на Валберрисе покупала, ссылку вам оставлю внизу, у него и запах такой приятный, очень хороший кремик с витамином С, а-ля. И стеклянная хорошая упаковка, и красивая упаковка. В общем, хороший крем вообще прям. Но на более холодный период года. Сейчас на лето, конечно, его будет чересчур. Так, и еще давайте вам покажу BB-крем Белита Янг. Это, наверное, у меня закончился. Им, кстати, тоже мама очень часто пользуется, хоть она там сейчас сидит и молчит. И в начале видео ты забыла поздороваться. Ты мне слова не дала. Я уже думаю, ладно, я начну, буду здороваться. Ну, тогда всем привет. Да. Ну, ничего, я тоже еще не знаю, как с тобой снимать видео. В общем, мама на каждый день любит на все лицо наносить, да? Она часто на нос наносит, потому что здесь немножечко SPF-а есть, да. Он и перекрывает, и SPF немножечко есть. Да, перекрывает пигментацию, поэтому я его наношу. Да, и он такой достаточно загорелый и увлажняющий. Это не Янг ни в коем случае, как они его назвали. Назвали бы уже как-то по-другому, конечно. Зачем они его Янгом назвали? Ну да, его как-то хвалят все, и он у меня бесконечно. Да, продукт, который я покупала, покупать всегда буду. Вот. А у меня он был в работе. Ну, просто он у меня был. Это больше, вот, мне кажется, продукт мамин. Крем для рук. Как ты правильно ли читаешь? Лабилейдж, наверное. Я не знаю, как он называется. Лабилейдж для рук, якобы с коллагеном. Ну, мне нравится он. Второй тюбик купила, пользуюсь. Ну, это значит, действительно понравилось. Редко что-то повторяешь. Я тоже маму пользовалась, он приятный. Он увлажняет, у мамы часто бывают руки очень сильно сухие. Он как-то увлажняет. Работает. Да, но не перегружает, да, вот кожу. То есть хорошо как-то быстро впитывается. Да, и впитывается быстро, и такой он не липучий. Потому что бывает, что крем для рук намажешь, и ничего не произошло. Этот не такой, этот действительно хороший. Да. Прям рекоменд его. У меня закончился, наконец-то, вот этот кондиционер от Живани. Я его пока покупала на iHerb когда-то. Не знаю, ничего особенного. У меня с ним волосы путались. Он достаточно неплохо увлажнял. У него тут и силиконов нету, и, не знаю, много экстрактов, масел. Но, не знаю, ничего особенного. Я бы его особо не советовала. Закончился, и хорошо, что закончился. И еще достану... О, iHerb. У меня вот такая вот штучка закончилась практически. Вот. Это еще не закончилось, да? Да. Мазать и мазать. Здесь пудра сияющая осталась. Тебе нужна пудра сияющая? Здесь был скульптор, бронзер и румяна. Обожала этот продукт, но его сейчас на iHerb уже нету, к сожалению. Вот. И здесь упаковка крутая, и зеркало удобно. Я все время таскала его с собой. Вообще дорожная, классная штучка была. И такой вот. Эльф, ну почему вы его не выпускаете? Да, вообще очень крутая штука. Ну, все. Ретиноловая сыворотка. Ты мне дарила. iHerb. Да, iHerb. Вот. А если что, промокод на скидку iHerb поставлю, и ссылочки внизу на iHerb и Валберрис тоже будут под видео. Все закончилось. Классная сыворотка, витамин Е, алоэ вера. Что еще тут, Оля? Хиалуроник оксид. Вот. Ну, это на холодное время года. Угу. Правильно? Да, ретинол только зимой используем, когда нет активного солнца. И он, по-моему, у тебя закончился, ну, в прошлом году я тебе, наверное, дарила, и ты еще этой зимой пользовалась. Да, и он от EOS, ретинол, если поставить в холодильник, он на следующий год еще рабочий. Я вот по себе видела, у меня крем от EOS, не знаю, может, да, здесь то есть тоже в пустых баночках. Мне работает. Потом, да, было видно, что он все равно работает, у меня кожа шелушилась. О, кстати, вот это тоже с iHerb, вот эта сыворотка мне капец как зашла. Я, если буду с iHerb заказывать, я еще закажу, потому что это Simply Beautiful, достаточно бюджетная сыворотка с витамином С. И здесь, кстати, витамин С на втором месте в составе. Я ее когда наносила, кожа как-то подтягивалась, разглаживалась, была такая сияющая, красивенная. Я вот случайно схватила, потому что была на скидке. Но я буду прям покупать, мне очень понравилось. Я так слышу, что и тебе она будет надо, да? Да. Классная сыворотка вообще. И у нее запах очень приятный. Ой, она пахнет аскорбил. Тут еще можно вымазать на один раз. Ну что ты так? Да. Чем-то цитрусом. Очень вкусно. Но ненавязчивый такой. Обожаю запах. Эту сыворотку. Прям вот за эти деньги. Это очень классный витамин С. Я прям не ожидала. Тоник с экстрактом виноградной косточки, анокислотами и депантенолом. А чай кислотами? Ага. Буду знать. Да ты знаешь. Тоник восстанавливает баланс кожи. Ты не читай, ты расскажи про свои впечатления. Я что-то им долго пользовалась, я про него забывала. Но тоник реально классный, после него такая
кожа бархатистая такая. Да, он увлажнял. Угу. Я его отдала маме, мне его на обзор, по-моему, присылали, Selfie Lab. А я его отдала маме, потому что у меня был какой-то еще. Ну, классно. Да, и он реально мне очень понравился. По-моему, без у него ещё запах был ПЦЛС, очень приятный. Правильно, да? Я прочитала? Был приятный запах у него? Не помню. Ну, тоник реально шикарный. Нет. Вот на холодный период года, посмотрите, он бюджетный, он прям зашибись. Во-первых, я выбрасываю, это стик, контурирующий от Фокалюр. Флормар, он у меня подсох, но Флормар почему-то их перестали выпускать. Вообще стик достаточно хороший, это оттеночек 4, я их почему-то не могу у нас найти. Я долгое время на нем вообще работала для белоснежек, он такой насыщенный. Вот почему все хорошие продукты с производства снимают, я прям тоже не понимаю. Подожди, я еще одну, а то я свои не успею. И, о, кстати, стик от Belle. Мне не понравился, у него не очень сильно приятная текстура, хотя очень хороший оттеночек, это оттенок 01. У мамы вот такой вот хайлайтер есть в таком стике, и хайлайтер вот тебе нравится. Вообще. Мама его прям обожает. А мне вот этот вот не зашел, потому что текстура очень тяжело растушевывалась. Его надо, чтобы было растушевать, прям очень сильно растирать, и при этом он снимал тональный крем, ложился пятнами. Нет, плохо было им работать. Вот этот не советую. Хайлайтер мама прям просила, чтобы сестра с Польши привозила, когда они у нас пропали. Биби-крем. Оту. Да, Оту. Ну, это ты мне его давала. Я под глазами мазала, но очень неудобный. Как-то он выливался, и он у меня недопользованный. Вроде бы как бы и не скажу, что плохо он ложился, но как-то неприятно он и сейчас. Ну да, упаковка разлазится, и вот все блестки на руках, блестки и как бы руках, не хочется пользоваться. Возьмешь, выливается, в общем, в утиль. Это, кстати, тоже наша любимка с мамой. Это консилер, вот этот вот Compliment Relief. Он действительно шикарный. Если я не знаю, что купить себе именно под глаза, я его все время беру. Вот я его прям вышкребала уже до остатков. Ой, тут защита от UVA и UV лучей. Ты знала? Да, уже знаю. Он теперь его больше зауважала. Да, он идет с легким покрытием, сияющим, кожу дополнительно увлажняет. Мне даже бывает, что в течение дня кожа пересыхает. Тут прям вижу, что уже такая сухая. Я его могла, ну, типа, вместо крема нанести, чтобы тон он увлажнил такой, кожу. Очень удачный тон, вот как для нашей кожи. Ну, там но есть это тон несколько. 3, да. Мы с мамой потемнее. То есть он не подчеркивает морщинки, увлажняет и легкое подсвечивание имеет. Но покрытие легкое, если сильные круги под глазами, вам не зайдет. И еще у меня закончился, но у меня сейчас еще один такой в работе есть. Это AMC Bronzing Powder от Inglot. Ну, тут, конечно, я это халатно его закончила. Да, мама смотрит вообще на мои пустые баночки. Не стараешься. А здесь он уже так вот тяжело выбирается, вот эти краешки. Очень классный бронзер, потому что здесь идут темные оттенки, а здесь более светлые. У него сатиновое покрытие, и я его люблю использовать. Я знаю, что для светлокожих девочек я возьму вот эти первые 3 оттенка, для темнокожих вот эти вот. То есть я одним продуктом могу бронзировать, в принципе, всех. Очень удачный продукт. И вот если разбирать чемодан визажиста, то вот этот продукт у меня всегда должен быть. Хайлайтер от Белита. Такой. Крем-хайлайтер сияющий. Крем-хайлайтер. Сам крем мне очень нравился. У него легкое такое сияние, да, розового, каким-то золотым цветом таким. Растушевывается, не забивается, легко ложится, но вот не продуманно, что это. Упаковка. Туба это. Тюбик. Тюбик. Если бы этот продукт был в чем-то другом, с дозатором, ну, был бы очень хороший. Он, короче, его открываешь, он начинает вытекать. Да. Я уже вспомнила, я же тебе его отдавала. Нет, я, наверное, покупала. Так стоит, переворачиваешь. Ждешь, 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 потом он как хлынет, и куда его девать? Так вот тоже не поставишь, потому да, что был опять открыл и льется. Но продукт сам по себе хороший. Сам, да, сам продукт хороший. Сделали бы на рубль дороже упаковку лучше. Покупала да. бы? Да, покупала бы. У меня закончился консилер от Berrysome. Двойной. Очень классное покрытие. Я, если его увижу, я еще куплю, потому что здесь идет светлый, темный оттенок. Именно для работы с молодой кожей очень хорошо и для работы с высыпаниями. То есть мне можно было вот эти оттенки между собой смешивать и не париться. А сейчас бывает, что многие очень консилеры, даже самые светлые оттенки, они какие-то темные. Мне приходится светлокожим девочкам смешивать консилер с аджастером. Это, ну, геморрой на мне, как визажисту. А вот этот был очень прям хороший. Это корейский бюджетный бренд. Тоже рекомендую. И у меня тут много будет декоративной косметики. Буду твой уход. А, у тебя тут тоже много декоративной. От Bellore Design. У меня уже засохла вот эта подводка синяя. Красивый цвет достаточно. Они у них не водостойкие. Кисточкой, в принципе, можно стрелочку нарисовать. Но на моем веке неплохо эти подводки держались. Я любила где-то посередине прорисовать какую-то такую темно-синюю линию. Очень удачный цвет. Единственное, что могли бы сделать, конечно, водостойкое. А вообще у них очень много красивых цветов вот этой линеечки. Помада. Ой, я вам ее уже показывала. От Bellore Design, ну, Vitex. Vitex.
Витекс. Ой, Витек — это другое. Это бытовая техника. Витек. Да, 202-й тон. Обожаю. У меня не знаю, сколько их. Я их покупаю, и сейчас она у меня тоже на губах. Uh-huh. Вообще. У меня помад много. Я говорю, я помадница, но вот к этой я как прицепилась. И цена... Белита вообще очень дешевая. Вот они говорят, что они не повышали вот сейчас цены. Зайдешь в Белиту, как-то там приятнее вот купить. Где-то в районе 3,5 белорусских рублей. Это чуть больше доллара. Но она классная помада. Ничего себе. Вообще, она классная. Я ее обожаю. И запах такой ненавязчивый, что-то такой вот кремовый запах. А подводка Inglot черная, оттеночек 77. Если вот по-честному, то больше половины засохло. Ну, я их, конечно, покупаю, потому что это стойкий хороший продукт. Я, наверное, для себя бы их не покупала. Как визажисты, многие на них работают. У многих они вообще заканчиваются, у кого-то много обучений. У меня эти подводки не успевают даже до половины дойти. Но я чего-то не придумала альтернативы. Я, наверное, все равно их буду покупать. Ну, засыхает и засыхает. Но я их ничем не разбавляю, потому что они стойкость свою теряют. А если, кстати, про разбавитель. Вот у меня закончился от Makeup Atelier. Я покупала силикон. Здесь было его вообще очень-очень мало. Я разбавляла сначала, но потом я поняла, что мне намного дешевле купить новую подводку, чем вот этот вот разбавитель от Makeup Atelier. Ну, как бы это вообще невыгодно получается. Mm-hmm. Тушь фиолетовая от Luxe Visage. Хотя говорят, что цветная тушь только для молодых девочек. Ну, для таких молодых, как я, тоже подходит. В общем, я прошлое лето красила, обожаю. Мне она на тебе очень нравится. И сейчас я тоже купила. Когда она на скидке была. Еще, наверное, зимой купила. Под карие глаза, да, под голубой крыла. Очень красиво вытягивает голубизну и зелизну глаз. Да, она не осыпается, хорошо прокрашивает, не склеивает ресницы. У меня и такой вот... Ну, у меня старая была уже просто. Ну, ты, видно, быть. Красишь ей чаще. Рилуи, Таче. Обожаю эту тушь. Надо, кстати, сейчас себе купить с собой. Будет коричневая. Очень люблю. Очень классная кисточка. Я тебе такой черный давала. Да. Я не знаю, помнишь ты или нет. Она как-то так ресницы приподнимает разделяет. Да. Они такие какие-то становятся красивые, и как-то воздушные. И подкручивает одновременно. Да. Вот эта тушь прям очень классная. Мне многие девочки тоже писали в комментариях, что ее купили, попробовали, и что им реально нравится. Вот прям обратите внимание, любимка моя. Ну, говори, у тебя тоже тушь в руках. Да, тушь вот Babydoll от Belor Design. Babydoll, да. Ну, я, наверное, хорошая. Поэтому мне она что-то не подошла. Наверное, я ее даже и не допользовала. Ну, что-то не то. Она очень натуральный эффект просто дает. Очень мало ее остается на ресницах. Ну, у нее кисточка в форме бесконечности, натуральная. Мне тоже она не зашла. Ну, как бы, мне есть тушь от Belor Design, которая нравится. Вот эта мне не зашла, слишком натуральный эффект. Я люблю, чтобы ресницы были. Вот видно. И я так люблю. Чтобы было видно, что их много. Короче, вот это очень хороший тональный крем. Можно вот брать. И мне кажется, что это один из немногих тональных кремов, который можно использовать и зимой, и летом. Это HD Lang Lasting Formula. Мне был оттенок 15, мне светловат. Я его всегда джастером домешивала. Это вот единственный, наверное, минус. В нем он капельный, он дает легкое покрытие. Достаточно красиво на коже смотрится. Вот прям присмотритесь, если ищете тональный крем. Он много кому нравился. Был долго, много у кого в фаворитах. И у меня закончился Maybelline Fit Me, но я повторила, консилер, очень мне нравится их эти консилеры именно в работе, как визажиста. Он достаточно имеет хорошую пигментацию, кожу не пересушивает. Если нужно круги под глазами вот перекрыть у кого-то, но при этом я боюсь кожу пересушить или даже вот на какие-то высыпания, то вот он мне нравится. Эвелин, правильно, да? Наверное. У нас будет Эвелин. У нас будет Эвелин. Помада 13 оттенок, очень хорошая. Я прямо докрасила там... Вообще ничего нет. А у меня такая закончилась 5-го оттенка, надо сказать. А подожди, а какой цвет тут? Похожий? Мама более розовая, а у меня более темная. Классно. У меня она в работе была, она мне нравилась. У нее очень хорошая пигментация. И стойкость хорошая. И держится хорошо, и ложится хорошо. Ну, здесь 12 часов написано мат-эффект. У меня тоже закончилась такая тушь, как у мамы. Мне она очень тоже нравится. И мне нравится вот, что фиолетовый оттенок не сильно яркий. И не сильно темный. Он такой вот как раз... Не знаю, то, что нужно. Он, если вот есть свет, да, тогда отдает фиолетовым, а так вот такая глубина. Правильно, лило, да? Ну, на первый слог ударения. 105-й оттенок как-то покупала. Потом еще и вторую. Они когда только появились, мне они очень нравились. Да, а потом что-то... Ну, может, просто другие появились. Это хорошая помада, цвет красивый. Да, цвет такой вот. Он глубокий, как-то глубокий нюд.
Да-да-да. Я тоже ими пользовалась. Так, Беленда, у меня закончился вот этот серум для лица Green Tea Combination Skin. Хороший достаточно серум. Вот если вы на лето не знаете, что взять, особенно если жирная кожа, он легкое-легкое увлажнение дает. Сверху обязательно, конечно, кремом нужно закреплять. Но я с большим удовольствием пользовалась. Я бы вам советовала. Мне кажется, что за бюджетную такую стоимость это хорошая сыворотка. Потому что, ну, в принципе, зеленый чай – это хороший антиоксидант. Он достаточно хорошо работает. В общем, она такая легенькая. Можно. То, что без кислот как раз. И у меня закончилось 8 в 1. У тебя что-то похожее, я тоже вижу. Да. Концентрированная сыворотка для ресниц. Я ими все время пользуюсь. Мне нравится. Я и сегодня пользовалась. Под тушь больше ресниц становится. Тушь легче смывается. И тушь как будто держится у меня лучше. Я не знаю, как у тебя. Тебе не так этот продукт зашел, как мне. Я вообще каждый раз покупаю. А мне, наверное, просто некогда было особо вот этим заниматься, чтобы так вот... Мне очень нравится. Я вообще уже, если куда-то так вот шла, а куда я так хожу? Вот, долго мне было. Ну, действительно, ресницы такие более длинные. Объемные. Более объемные. Если тушь надо сэкономить, если у вас какая-то тушь дорогая, то тушь можно не два слоя, а в один наносить. Так, у меня закончился вот такой вот крем от Юник. Мне очень нравился вообще просто шикарнейший крем. Мне его вообще на iHerb как-то случайно положили в мою коробочку. Будем считать, что это подарок за то, что я очень много заказывала. Он, короче, очень легко распределяется по коже. При этом достаточно хорошо ее увлажняет и напитывает. Он написан как крем под глаза. А, да, for eye and face. Я под глаза не использовала, потому что у меня кожа крайне сухая, но я уверена, что очень много кому и под глаза подойдет. Но на все лицо прям вообще шикарный. Если я увижу, я с удовольствием его повторю и буду его рекомендовать. Еще у меня закончился вот такой вот Brow Gel Fix Top от Belor Design. Он достаточно неплохо фиксирует. Здесь достаточно удобная кисточка. Но у меня вот, наверное, со всех моих гелей для бровей вот этот оставляет больше всего белого налета, что-то мне кажется. Поэтому я вот как-то вот не знаю. Гель. Я вот этот Luxe Visage больше, наверное, Belor люблю. Belor Design. Но это с цветом, это чуть другое. Да. Это такой темный. Мама вот седина в бровях, когда есть, она ее прокрашивает. Да, у меня вот ресницы, брови сейчас уже, конечно же, покрашены. Вообще это мой природный цвет. Классный такой, щеточка такая вот хорошая. Маленькая. Маленькая, да, прокрашивает хорошо. Немножко объема добавляет, у них, по-моему, фибра там есть. Так, раз про Belor Design. Я все время вам показываю, еще раз покажу. У меня заканчиваются все время подводки для бровей Color Brow. Мама пробовала, ей, она сказала, геморройно проще взять карандашик, да, накрасить. А я очень люблю их в работе. Это очень стойкие подводки для бровей, очень легкие в работе. Второй оттенок, это мой личный, четвертый у меня обычно в работе. Первый для блондинок, четвертый для брюнеток. Смотрится очень натурально, легко и за очень шикарные деньги. Карандаш для бровей. Belor Design. 204 оттенок. Бровиста. Да, бровиста. То, что покупала, покупаю. Ну и пусть они выпускают, я и дальше буду покупать. Классно. Но они вроде знают, что этот карандаш все любят. Ой, это у меня тут уже все, наверное. Но он у меня в работе тоже всегда. Сколько можно. Вот, и здесь щеточка хорошо тушуется, хорошо вот эти все проплешинки закрашивает. Ну, классная штучка. Он тверденький, и сложно им пятна поставить, потому что часто карандаши мягкие, и потом такие пятна получаются. Да, такая текстура вот как нужно. Идеальный. Цвет идеальный, всем подходит, вот я его крашу всем. Так, а у меня закончился карандаш для бровей, он даже, скорее всего, наверное, засох. Это Vivienne Sabo, оттеночек 01. Да, он у меня засох, у меня еще целая куча. Вот, походу, когда у меня появился этот бровисто, я стала бровисто красить чаще. Мне, наверное, его текстура больше нравится, хотя от Vivienne Sabo тоже карандаш очень хороший. Мне кажется, ты тоже себе раньше покупала. Здесь тоже кисточка, хорошая текстура, они не сильно мягкие, оттенки удачные. Ну, вот что-то бровисто, это мой фаворит стал. Belor Design. Микроблейд эффект. Это маркер. Маркер. Для бровей. У них, по-моему, два оттенка, да? Сейчас они сделали только один, вот этот вот холодный. Убрали этот тепленький. Да, был вот, когда я покупала светленький, вот этот. Но он очень темный. Че он очень темный? Не очень темный. Ну, он темный. Нормальный. Ну, он всем подходит. Да? Ну вот видишь, какой. Смотря он. Как наносить. А что он у тебя не закончился? Куда ты его выбрасываешь? Не знаю, может, полежал. Ничего же там не красила. Вот. Ну, тоже классный такой вот он. Не, он не очень темный, у него такой... Он очень похож по цвету на бровисто, вот этот вот 204-й. Его можно аккуратненько наносить. Он не очень темный, не знаю. Мама, видно, как-то так наносит, что ей темно, ей хорошо для своих бровей. Проплешинки прокрашивать. Да, это если сначала гелик наносит, а потом пустоты, так сказать, заполняет. Угу. Они хорошие, очень стойкие. Хорошие. Ну что, сейчас опять будет рис? А чего это? А этот более теплый, кстати, идет. Какой-то оттеночек. Какой?
Тоже неизвестно. Неизвестно какой. Короче, какой-то. Вот этот вот мы проверяли в магазине, он прям, ну, более стойкий, чем Белор Дизайн, поэтому, если хотите, можете тоже на него присмотреться. Чего я на бровях ничего не рисовала? Тебя кожа жирная на бровях. А у меня закончилась вот такая маска. Это The History of Wu. Называется бренд. Я покупала ее как-то на eBay. Очень прикольная маска. Она нагревает лицо. Здесь идет экстракт оленьих рогов. Она очень хорошо подтягивает кожу, да. Кожа после нее сияющая, красивая. Прикольно вот этот эффект наносишь, и прям кожа так нагревается. Мне нравилось. Я ее очень прям экономила и прям пахла она такими травками. Мне очень нравится такой вот. Для меня это такая какая-то... терапия. Оленем не пахло. Если ты знаешь, как пахнет оленем, вот это оленем? Это пахнет... травками. Да, природой. А олень растительноядный. Ну да, ну хорошо. Ну, короче, вот, обожала. Ой, мне аж есть захотелось. Как мне нравится запах этой маски. Если где-то увижу, что сомневаюсь, с удовольствием куплю, потому что, зараза, дорогой бренд. Запах такой вот, никакой химозы не отдаёт. Очень вкусно, обожаю. Это всё-таки, наверное, более для молодых девочек... Он слабо перекрывает. Кожа красивая становится. Очень сияющая она становится. Да, сияется, да. Вот сияет. Как у тебя сейчас на видео. Так, да? У меня другой. Именно такое вот, не то что мерцание, а так вот сияет, но не перекрывает. Например, мои пигментные пятна не перекрывает. И она поэтому... достаточно светлый оттенок, по-моему, выбеливал немножко кожу. Да, поэтому вот... Вот этот все-таки победил. Ну, ты же еще любишь вот этот Nude Harmony от Белор Дизайн. Ну, какой сейчас тебе больше нравится? Вот этот или Nude Harmony? Тот я под глаза использую. А этот на все лицо, да? Да, этот на лицо. Угу. Так, у меня здесь еще подводка Белор Дизайн про Ингтон 2. Она у меня, ну, тоже подзасохла. Красивый коричневый оттенок. Не водостойкая, но если ищете коричневую подводку, в принципе, тоже может быть. Но на мое жирное веко я все-таки люблю что-то более стойкое. И у меня еще засохла. Она у меня сразу почему-то такая кривая была. Это, короче, подводка от Ханда и Ян оранжевая. Я с ней даже видео снимала. Она засохла. Ханда и Ян — это очень стойкая. Прям оранжевым рисуют? Да. О. Да, но было прикольно, но она засохла. Здесь, кстати, очень хорошая упругая кисточка. И вот эти вот подводки от Ханда и Ян мне нравятся. То есть вот это с Алика косметика, ну реально классная косметика. Я сейчас такую белую себе заказала. И я бы заказала даже все цвета, наверное. Ну, девочки, советы. Видите, мне пришла единственная вот такой кривой упаковкой. Ну, ничего страшного, рисовать мне это не мешало никак. За доллар с чем-то шикарно. Крем для ног от Белита с экстрактами чисто тела календулы. Он очень хороший. Вот когда у меня проблема с пятками была, он реально работает. И я не только для кожи стоп использовала. Если вот какая-то трещинка где-то, очень быстро заживляла. У меня крем закончился наконец-то от Миша. Это оттеночек 13. Я их все время покупаю, использую в работе, обожаю. Он очень похож на Белор Дизайн. Жду, чтобы закончился. Ну, блин, у меня было сейчас два, и хотелось, чтобы один закончился, потому что место в чемодане занимает. Во-первых, очень удобно с собой носить за счет этой упаковки. Во-вторых, он увлажняющий, он похож на Белор Дизайн Nude Harmony, но чуть более плотный, именно по пигментации. Я вот, не знаю, работаю им, пробую какие-то другие тона, и я все равно его покупаю, мне он безумно нравится. Если к нему немножко Estee Lauder Double Wear домешать, то это вообще просто прекраснейшее покрытие. Обожаю. И еще у меня закончились вот эти патчи сегодня. Это патчи с агавой от Petit Fee. Petit Fee патчи ненавижу, но вот эти хорошие. Они реально как-то и увлажняют кожу, и разглаживают ее. Она такая потом приятная, более упругая становится. Вот эти я советую. Все остальные патчи от Petit Fee для меня пустышки. На флешке место закончилось, поэтому будем все-таки это видео завершать. Я очень надеюсь, что вам понравилась наша совместная компания. Ждем обязательно от вас ваших реакций в качестве хотя бы лайков. Можете писать комментарии. Всем до скорой встречи. Всем пока.